Мама, мне на тебя не наглядеться. Мама, мы чувствуем друг друга сердцем. Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не может. Поет Карина Тодиева. Сегодня я хочу вас всех поздравить с наступающим Международным женским днем. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Сегодня, и даже не только сегодня, вы должны быть всегда самыми счастливыми
самыми здоровыми, самыми удачливыми и самыми счастливыми. И обязательно самыми любимыми. Именно я хочу выделить это высказывание. Потому что любовь, она правит миром, ни для кого не секрет, правильно? А вы, женщина, это воплощение этого прекрасного, окрыленного чувства. С праздником вас! Громче, не слышу никого! Не слышу!